кого? Надежда Петровна. Я купила земельный участок, красивую землю. При выборе участка я обратила внимание на местоположение, удаленность от своего жилья и на цены, которые мне приятно устроили. При выборе мне очень хорошо помогали менеджеры, сотрудники этой компании, которые мне показывали участки, давали характеристику, ссылаясь на будущее, то, что там проходит недалеко дорога, то, что это хорошее направление. Также при оформлении документов мне подробно объяснили, какие документы остаются у меня, время получения документов. И оформление занимало довольно-таки непродолжительное время. За что я благодарна сотрудникам «Красивой земли».